Международный женский день впервые отметили в России в 1913 году в Санкт-Петербурге. И не случайно это произошло именно в этом культурном городе. Ведь как много гениальных строк посвящено прекрасному полу. А в Развилковской библиотеке стало доброй традицией отмечать этот весенний день праздничным концертом. Детский клуб развития и ученики 2 Г-класса Развилковской школы вместе со своей учительницей Ириной Чугиной поздравили мам и бабушек яркими выступлениями. Мамочка, как и голубые облака, ты добро, ты весна, небо свет не дана. Мы всегда рады видеть и слышать наших маленьких деток. Всегда очень приятно, когда они выступают перед нами. Это умиляет нас и радует. Жить нужно весело, жить надо с позитивом, и все проблемы всегда уйдут на задний план. Вот это мой девиз. Весна – это прекрасное чувство, весна – это всегда хорошо. Весной пробуждается все, просыпается. Пусть всегда будет солнце. В концерте прозвучали не только песни, также ребята исполнили веселые частушки и даже подготовили забавную викторину. В какую воду нужно опускать макароны? В этот день было сказано много добрых слов в адрес тех, кто дарит нам материнское тепло. Отдельным сюрпризом для всех стало выступление семьи Балакиных. Мы знаем давно семью Балакиных. Это замечательная пара. Мы всегда рады приветствовать их. И они никогда не отказывают, когда бы их куда бы ни пригласили. Для меня это вообще самый лучший праздник. Самый лучший. Где много цветов, где много подарков, где много веселья. Стихи, вот я помню, дети читали такие стихи, пели песни. Замечательный праздник. Все номера получились очень яркими, а атмосфера в зале по-весеннему теплой. Одним словом, концерт удался. В завершение его всем женщинам подарили цветы и открытки с пожеланиями. А после виновниц торжества пригласили за праздничный стол отведать вкусной выпечки и сладостей. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Елена Кошлева. Видное ТВ.